Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Сегодня мы продолжаем про мужчину-деву, женщину-близнецы. Я подглядываю заметки. Разные. Это вот из серии в одной группе ходили куда-то там в горы на долгое время, много взаимодействовали друг с другом, говорили. И вдруг, через какое-то время долгое, увидели друг друга с другой стороны. Оба любят поговорить. Близнецы, конечно, более болтливо и кокетливо. Поэтому у мужа, если они там когда-то поженятся, может возникать ревность на этой почве. Их любовь близнецов и девы замешана больше на интеллектуальности. Им нужно научиться вот забываться и отдаваться любви без анализа. У них постоянно работает голова у обоих. Близнецы не особо любят порядок. Она спокойно вот относится, если у нее там где-то художественный беспорядок. Мужчина-дева, наоборот, слишком аккуратен. Близнецы, как правило, они не хозяюшки такие уж большие и не особо умеют и любят готовить. Но если они любят друг друга, и дева поймет, что жена у него не хозяюшка, то близнецы с удовольствием впишутся в какие-то другие дела и будут помогать мужу в других делах. Они любят беседовать, им хорошо вместе, вот что-то делать, пойти вместе именно гулять на целый день или поехать на экскурсию, что-то узнать новое на выставке, вот так вот в группе какой-то поучаствовать, куда-то уйти в лес там в путешествие, потому что это им пойдет на пользу. И потом это вот свои новые эмоции, ощущения обсуждать. Близнецы потащат деву на мероприятие, а дева все узнает про это мероприятие и закажет билеты, и организует все, если надо. То есть в этом они друг друга дополняют. Если близнецы будут внимательны к своему мужчине-деве и не забудут лишний раз сказать ему что-то приятное или сделать что-то приятное для него, никакой ревности со стороны девы не будет. Эти знаки могут коммуницировать через рот, вербально, проговаривая все, что их волнует, и обсуждая все семейные моменты, в чем у других пар бывают проблемы иногда. Иначе близнецы в глазах девы будут поверхностными и непостоянными выглядеть, а дева в глазах близнецов будет выглядеть таким душнилой. Близнецы напоминают мне бабочек. Они не смотрят далеко в будущее. Они вот любят быть здесь, сейчас и сразу, а дева любит все риски огибать и планировать немножко дальше сегодняшнего дня. Близнецов несет пробовать что-то новое. Спорт, одежду, какие-то курсы. Она полна идей постоянно. Дева не особо любит пробовать вот так сразу. Мы говорим про дев мужчин. Не забывайте, женщины, они другие. А там, на вот каких-то курсах, школах, экскурсиях, близнецы легко знакомятся вообще с другими людьми, они коммуникабельны. И это напрягает деву. Ему и идти вроде неохота, и не нравится, что его жена, вечная кокетка, с кем-то вот постоянно общается, как он это видит, дева. Деве надо просто чаще говорить ей комплименты. Это ее природа взаимодействовать с разными людьми. Это надо понять. Но это деве понять немножко трудновато. Но, тем не менее, коммуницируя с другими людьми, ей очень важно понимание именно ее мужчины. Поэтому не забывайте говорить ей комплименты. Они могут дополнять друг друга, если научатся правильно взаимодействовать и открыто разговаривать. А культурно разговаривать они могут. Воздушные близнецы вдохновляют деву, а дева обеспечит стабильную основу. Поэтому, я считаю, вполне хороший и нескучный союз может получиться. У нас траву тут косят за окном, поэтому шумно, извиняюсь. Но, кстати, у них будут разные взгляды на воспитание детей, поэтому постарайтесь, чтобы у вас была гармония в отношениях. Это всех знаков касается, и вот тогда вы сможете к детям относиться просто с любовью, а это самое главное. На этом сегодняшнее видео я заканчиваю. С вами была Наташа, до новых встреч, пока!